утро, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Как всегда, пока тишина. Время 5, 23 августа 2020 года. Если память мне не ошиблась, сегодня воскресенье. Первая неделя отпуска моя подошла к концу. Подходит, да? Так, значит, что хочу сказать. Сегодня немножко пока по мормышингу укрупнемся. Первое. Второе. По поводу катушки. Что-то меня вчера в личку завалили письмами ВКонтакте. Ребят, я по ней расскажу. Но катушка дешевая. И я на себя никакой ответственности брать не буду. По той простой причине, то есть если за Цуриной, в принципе, я могу поручиться, если только не брак заводской, да, что катушка нормально работает, своевременно ТО и так далее, все у вас будет хорошо. Здесь я вам ничего сказать не могу, потому что у меня буквально там 3-4, по-моему, 5 рыбалок с ним, всего-то навсего. Первое. Второе. Будет хоум-видео, есть что рассказать, есть даже чем похвастаться. Уж простите меня, но я был очень приятно удивлен и пообщался с людьми, с некоторыми, в моей персоне, так сказать, уважили внимание. Вот, ну, короче, все по порядку, будет хоум-видео. По поводу спиннинга, значит, сейчас покажу, что же есть чудо. Ой, ребят, это спиннинг фирмы Даюй, очередной Галаша Игл. Это Игл с тестом 1,98 м длина, от 1,5 до 6 грамм. Тест у него. Вот. Ну, что хочу сказать. На потрях он мне очень понравился. Первая рыбалка с ним. Это такой будет своеобразный предобзор. Единственное, конечно, что у спиннингов Игл убожество, это вот это вот все. Сашке Селютину я, скорее всего, все это дело отправлю. Вот. Потому что, ну, надо вот сюда рукоять спускать. Куда-нибудь вот прям вот на это все и делать ее маленькую тоненькую, потому что, конечно, тут вот такая нахлобучена, такая жесть. В общем, вчера неплохо себя тоже показали приманочки от Даюй, малек вот такой вот. Вот это я по случаю выклинчил у приятеля, потому что где они продаются, я не знаю. Мормышка 0,3 грамма, единственное, что я поставил крючки покрупнее. Все, выходим на воду, погнали. Так, ну что, первый есть, третий заброс. Такой мелкий разбойник. По спиннингу забыл сказать, значит, вершинка табулярная, это раз. И кольца на нем стоят, там, однолапые. Вот, поэтому, соответственно, сказать, что это замена будет Black Dragon, ребят, но мне на потрях он показался сопливее дома. Но с такой рукоятью, я еще раз говорю, это достаточно сложно что-то либо какие-то выводы сделать, потому что, ну, блин, это с полной. Вот так чисто он посопливее, вот реально. Кстати, заброс с ним тоже очень приличный. То есть он хорошо закидывает. Сейчас у меня мормышка 0,3. Ну, там понятно, где-то 0,5 грамм еще стоит малек. Но на леске 0,06 Дунаев забрасывает очень хорошо. Придачу ко всему хочу сказать сразу. По поводу лески многие спрашивают. Дунаев в самом тонком диаметре. Ой, ребят, в общем, я пока пришел к выводу, что не буду я ее использовать, по той простой причине, что я с 0,06 обрываюсь. Количество обрывов такое, что травки, фигавки, все это дело. Да, леска хорошая, леска выдерживает нагрузки, но рвется тоже достаточно легко. Каждый раз мормышки переделывают. Ну, как-то мне вполне пока устраивает именно 0,06. Так, ну что, работает, дают и приманки, и спиннинг очень даже неплохо, мелкую рыбу вяжет, отлично. Если бы не рукоять, было бы просто классно.
Ну, мелкий окунь. Палка вяжет отлично. Так, ну что, братцы рыбаки, поменял я палку, не могу. У меня же рука устала от этой ручки. Держать неудобно. Начинаешь как-то приспосабливаться, напрягаться. В общем, бред полный. Вернулась ко мне моя Гулёна. Давал пробовать одному человечку и забыл про это. В общем, спиннинг этот Trout Edge фирмы Кайман, 1,98 м, тест 0,57 г. Вот. Кольца однолапые, опять же таки с крупными керамическими вставками. Но палка очень сопливая. Вот. Потому что, ну, на игле все хорошо. Мне даже показалось, что он посопливее Драгона Блэк, я имею в виду. Но я говорю, за эту рукоятку мне жутко неудобно держать его. Ну, это уже, как говорится, моя избалованность, наверное, в палках. Поэтому вчера вот забрал кайманчика, сегодня половим на него. Так, ну что, очередной инчоус. Ставил и приманочку поменьше. Джавастика от Don't Bite, цвет морковка. Будем пробовать. Дико мелкий окунь. Да. Как мне вчера один подписчик написал, надо чуть-чуть подождать. Ну, будем ждать. У нас выбора другого нету. Вот такой вот сикельмешкин. Так, ну что, пока трофейчик. Крупнее. Ну покажи, есть. Не хочет. Такой неплохой пацанчик попался. Да, сегодня день мелкого окуня будет, я так чувствую. Так, потемнее приманочку поставил. Какого цвета? Зеленка. Восход какой красивый. Солнышко стоит, красота. Мелкий окунь прям под ногами берет. Уписаться можно. Это просто вообще таз. Клюет прям вдоль берега. Была мелкая. Понятно, палки. Это клюет всегда и всюду. Ну, еще один симпатичный парень. Ну, что-то повторяется вчерашний день. Солнышко вышло. И тишина. Ну что, поставил мормышку-мормыш с желтым этим бело-желтым напылением. Ну, вроде что-то как-то кое-где, кое-как. О. Хвостиком вам может. Труда-да-да-да-да-да. Свободен. Да, рыбалка. Отстой. Жутко дико мелкий окунь. Я уж не знаю, что сыграла роль. Мормышка или приманка. Ну, пока вроде как потюкивает.
Поставил опять и галашу, и катушку поставил соляной FS-800 с этим, как его, господи боже мой, с флюриком. Решил немножко попробовать. Палочка интересная для такой анимации. Она, конечно, оба. Она, конечно, не сопля. Далеко. Ну как далеко? Ближе к среднему строю, но интересно, интересно ей поиграться. Я думаю, что если ручку переделать, банок еще больше будет раскачиваться, разгуливаться и так далее. Я так думаю, будет намного интереснее. Кольца пропускные большого диаметра достаточно. Поэтому мормышка 0.3 даже с такой рукоятью вылетает достаточно прилично. Ладно, включусь. И как братья-близнецы, один в один. Видно, стайка мелкого окуня подошла. Так, солнышко чуть будет в камеру. Извиняйте, но ничего сделать не могу. Да, что ж такое-то в этом году с рыбой у нас происходит, а? Не одно, так второе, не второе, так третье. То воды дофига, то теперь не клюет ни хера. Кое-где, кое-как. Ах, как хочется что-нибудь посолиднее поймать. Да, даже плотва не гуляет. Вообще-то, как выключило все. Хыть. О. Ужас. Ужас. Летящий на крыльях ночи. Я сейчас попробую. Такую же поставлю. У меня еще 0.5 есть. Не знаю, будет толк, не будет. Я попробую. Слушайте, ну это прям какой-то избиение младенца. По-другому не скажешь. А, убежал. Так, ну что, 0.5 грамм поставил. 8 забросов, первый боец. Я говорю, рыба бастует вообще от таз. Джавастики don't bite. В таком зеленом цвете с черной, этой точкой. Ну это ужас какой-то. О. Потом еще говорят, что рыбаки бухают. А тут не то, что запьешь. Во все тяжкие пойдешь. Рыба бастует. Блин, это оттас какой-то вообще. Так, ну что, это оттас полный. Метров, наверное, с 20, 0.5 грамм. На флюре летит хорошо. Вот такие вот мелко ужасные ребят клюют. Это полный айс. Просто звездец. Не, надо завязывать это все дело, потому что, конечно, мне немножко надоедать начинает. Это не рыбалка. Но иногда, но только иногда, вылетают вот такие ребята. И это уже приятно. Кое-где, кое-как, но попадаются. Хороший пацанчик. Эй, девчонка, красотуль, свободен. Так, ну что, поменял проводку. Стал с постукиванием по дну. Ну, приносит свои плоды. Такого ничего не менял. Мормышка 0.5. Фирма Мормыш и Джавастик. Как-то так.
Так, ну что, братцы рыбаки, время где-то что-то там без чего-то 9. Я устал, честно. В общем, засим, наверное, пока-пока. Еще раз говорю, палочка называется Eagle. Рост 1,98 м. Тест от... Господи, боже мой, сейчас секундочку одну. От 1,5 до 6 грамм. Вот. Ну, я буду либо сам ручку переделывать, либо отправлять Александру. Попробую сам. Вот. Но поиграть она, я говорю, очень прикольная. Единственное, что вот рукоять здесь, конечно, аховая. Ну, это просто атас. И бэткап, и это, ну, блин, сушите весла, господа. Вот. Значит, будет хоум-видео, как я сказал. Кое-что расскажу, похвастаюсь маленечко. Затем, наверное, все. Так что, увидимся на рыбалке.